Чистка от негатива на лунное затмение к морским богам. Делаем чистку на трех перекрестках, только пеших у воды. Время суток светлое. Время коридора лунного затмения. Плюс-минус 2 недели от затмения. Все это время можно делать ритуал. На каждом перекрестке повторяем заклятие после своей просьбы или желания. В откуп кидаем камень в воду. Самое лучшее в реку с моста. Топим свой негатив, чтобы он скрылся и исчез навек. Камень любой найдите и держите его все время. При ритуале при себе. Еще лучше подержать его ночь на алтаре и закапать красной и черной свечой. Или провести на нем рунический ритуал. Говорим. Боги вод, боги всех морей, с меня негатив снимите. Все от людей, заговорами, чарами, проклятиями, наведенное, завистью и злобой, клеветой и оговорами. Пусть с меня сойдет, в вашу воду уйдет. А меня освободите от этого зла. Я в лунное затмение к вам пришел. Я вас просил и заклинал. Снимут. Боги вод, боги всех морей, с меня негатив снимите. Все от людей заговорами, чарами, проклятиями, наведенное, завистью и злобой, клеветой и оговорами. Пусть с меня сойдет, в вашу воду уйдет. А меня освободите от этого зла. Я в лунное затмение к вам пришел. Я вас просил и заклинал. Боги вод, боги всех морей, с меня негатив снимите. Все от людей заговорами, чарами, проклятиями, наведенное, завистью и злобой, клеветой и оговорами. Пусть с меня сойдет, в вашу воду уйдет. А меня освободите от этого зла. Я в лунное затмение к вам пришел. Я вас просил и заклинал. Я этот камень использовала для рун. Он так получилось, 2 года отлежал. Так что он идеально подходит для ритуала.